Всем привет, с вами я, Маша Дарк, и сегодня для вас я буду снимать новую серию своего сериала «Нелюбимая дочь». Ну, а я перед началом этого видео не забудьте подписаться и поставить лайк, ведь вам не сложно, но мне приятно. Кстати, извините меня, пожалуйста, я вчера забыла опубликовать ссылочки, сегодня давайте вот... Нет, давайте завтра, я пообещаю вам, завтра в 15:30... Я вам опубликую эти ссылочки. И давайте наберем 1000 лайков, и будет продолжение. Поэтому обязательно делитесь этим видео со своими друзьями. Ну, а давайте мы передадим приветики. Сегодня у нас будет 50 приветиков. И погнали! Привет, Тока Докс. Привет, Азалия. Привет, Вероника. Привет, Владислава. Привет, Ника Тока. Привет, Аня Клубничка. Привет, Катя. Привет, Ярослава. Привет, Вика Тян. Привет, Маша Ленова. Привет, кошечка Мяу. О, Господи. Привет, Аня Тока. Привет, Ирина. Привет, Куроми Плей. Привет, Леруня. Привет, Мелисса. Привет, Павел. Привет, Last Perfice, господи. Привет, Алина Малина. Привет, Алиса. Привет, Родлоксли. Привет, Секрет. Привет, Hello Kitty. Привет, Оксана. Привет, Арина. Привет, всякая разная. Привет, Кристина. Привет, Юч НС ДШ. Привет, Эмма. Привет, Фан Виташа. Виташа. Извините, если неправильно прочитала. Так. Привет, Вика Стар. Привет, Велера. Привет, Ксюша Зая. Привет, Поча Лайф. Гача Лайф, господи. Привет, Машка Ромашка. Привет, Тока Поле. Привет, Настя. Привет, Валерия. Привет, Даша. Привет, Малика. Привет, Эльвира. Привет, Лиза. Привет, Карина, привет, Брух, привет, Вики, привет, Александра, привет, Тока Диана, привет, Аля Малина, привет, Шереметкина и привет, Алисия. Вот так вот, если ты хочешь попасть в мое видео, то обязательно пиши пиши я. Типа, можно приветик? Ну, а мы начинаем... Ура, наконец-то! Папа, я хочу прическу поменять. Саму прическу, я надеюсь. Да, я не хочу краситься, я хочу саму прическу поменять. Конечно, пошли, собирайся. Правда? Правда. Так. Только комнату свою закрой, пожалуйста, чтобы никакие личности туда не зашли. Хорошо, пап. Здравствуйте, мы на стрижку. Да, конечно, проходите. Я все. Красотка, не хочешь покраситься? Не знаю, если я потом смогу вернуть свой этот. Окей, давай, пробуй. Давай, пробуй. Я хочу попробовать яркие. Вот этот, например. Ядреный такой. Ага. Или вот этот розовый тоже ядреный. Но он вообще никак не идет. А вот голубенький. Или, например, такой. Или какой-нибудь вот такой. Или белый вообще. Или такой. Или вот такой вот. Я, наверное, вот так хочу осветлить. Да, хорошо. Или подожди. Или еще светлее сделать.
Не, я, наверное, перекрашу. Все-таки чуть посветлее. Вот такой вот. Пошли. Ок, пошли. До свидания. До свидания. Тем временем у Лили. Ну что ж, пора пошариться у нее. Что? Она меня закрыла? Она не дает мне пройти в свою комнату? Вон наглёшь! Ну ладно, я сбежу через окно. Сбегу. Достала меня эта жизнь. Где меня не любят. У меня есть деньги, у меня есть карточка. Правда, на ней, наверное, 1000 где-то. У меня есть одежда. Полноценная. У меня есть полотенце, у меня есть домашняя одежда, у меня есть выходная одежда. У меня есть косметика. Кучу косметики. Я вас не боюсь, я уйду отсюда. Найду на работу. Точнее, найду себе богатого папика. Не, мы живем на 12 этаже. Что-то я не подумала как-то. Ай, была не была. Нет, я не могу. В следующий раз сбегу. Не таким способом. Не хочу суициднуться. Просто из-за того, что я хотела сбежать. Ну а что мне делать, если меня здесь ненавидят? Сестер, мы дома. Что ты сделала? Окрашивание? Пап, ну ты же ей не разрешал окрашивание делать. Мне даже не разрешал. Но она хотя бы спросила. Ты подстриглась? Скажи, ты специально это делаешь, чтобы меня вывести? Да отстань ты, придурочная. О. У меня две таких штуки теперь. Круто. Хочешь такую черную эту? Ну, хочу и. Дай мне какую-нибудь. Какая мне больше подойдет? Нет, это сливается. Вот эту хочу. Бери. Все. У нас есть теперь с ней парные эти... Я очень рада за вас. А я такая креда. Я тебе сейчас тресну. Мне сегодня кто-нибудь откроет? Ой, привет. Угу, привет. Привет, Зай. Ну что, показывай, где твои дочурки? Да там, в комнатах. Ой, привет. Привет, а ты кто? Я ваша новая мама. А, мачеха? Я тебя сейчас стресну, мачеха, мама. Какая у тебя красивая одежда, надо будет забрать. Я никому не дам свою одежду. Ты как с матерью разговариваешь. Не с матерью, а с мачехой. Я тебя сейчас тресну. Я не позволю никому забрать свои вещи. Это мои. Честно заработанные причем. Понятно. Ой, привет, ну мы так похожи. Уйди, ты кто? Я твоя новая мама. Мачеха. Я тебя сейчас тресну, мачеха, мама. То есть мачеха. Ай, папа, она меня бьет. Правда? Нет, это не правда. Только она меня называет мачехой. Ну, ты им не родная мать. Ладно. Ой, у тебя тоже красивая одежда. Надо будет тоже забрать. Фиг тебе, а не моя одежда. Не позволю. И ты туда же. Сейчас тресну тебя.
Денежки тоже оконфисковываются. Ты еще мелкая для денег. Что же у тебя тут? Посмотрим. Это тоже все забирается, понятно? Нет, непонятно. Деньги я тебе не отдам свои. Вышла вон из моей комнаты. Как ты со мной разговариваешь? Вышла вон. Я не хочу тебя слышать и слушать. Дорогой, они мне хамят. Короче, предлагаю объединиться. Хоть на это время я закрыла свою комнату, она сюда никак не пройдет. Я реально с тобой согласна. Сейчас предлагаю реально объединиться. Давай в моей комнате обсудим это. Давай. Они мне хамят! Они не хотят мне давать свои вещи! Они пользуются косметикой, ты не понимаешь, это вредно! Они взрослые, я сам им купил косметику. И одежду тоже. Хорошо, деньги им рано иметь еще. Ничего не рано, им уже по 16 лет. Ты прикалываешь? Ой, по 12, господи. Им по 12. Вот именно, им всего по 12. Мать его лет. И что? И с этого надо их лишать денег, косметики и одежды? Попроси, я куплю тебе одежду. Попроси, я куплю тебе косметику, дам тебе денег. Не надо забирать их у моих детей. То есть ты еще и на их стороне. Естественно, они мне родные дети. А ты мне пока что никто. Я твоя жена. Никто. Мы еще с тобой не женаты. И детей ты их не можешь называть своими. Они тебя будут называть мачехой или по имени, понятно? Но никак не мать, не мама. Извинилась живо. Девочки, подойдите сюда. Прости прощения. Простите, простите, мне очень жаль, твари. Да ты задолбала меня! Еще раз такое случится! Ай! И ты валишь отсюда. Хорошо. Чик-чик. Так, давай это все обсуждать опять. Давай. Они закрылись. Ты понимаешь, они тебя боятся? Пускай боятся. Дура. Она меня бесит. Согласна с тобой. Предлагаю план по ее уходу. Короче, мы ее подставим. Типа, она украла наши деньги. Давай. Да, давай и вещи, типа, и положим в их шкаф. Да, давай. Сегодня же и начнем. Все, ложись. А я где? Ты пока на диване спи. Так, девочки. Да, пап. Чик-чик. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Да господи, ты задолбала. Сыграно. Все ради блага. Так, все. Теперь. Нихера, сколько у тебя денег? Да. Я всегда была любимицей у папы. Капец, тебе повезло. Что это было? Моя большая ступка. Моя маленькая. Сейчас.
Все, я несу сейчас свои вещи. Так, и еще надо косметику. Сейчас тихо, типа они тихо открывают. А нет, она мне не грозилась. А мне вот красилось. Да блин! Я это не застила! Ну, короче, все произошло, что типа... Да, сработало, мы ее выгнали. Эти деньги ушли бы мне на микрофон и на наушники, а мне на телефон. Что она сделала с ними? Ну вот что-то по типу такого, да? Косметик, косметика, мне ее еще дарила мама. А нет, не мама. Господи, как я счастлива. Как я счастлива, что нашла их. Точнее, ты, пап, нашел. Я тоже. О, Господи, почему так сложно? Не знаю, пап, не знаю. Все сложно. Ах, ужас. What you do it now? Ой, нет. Хабиби, ты доволен? Yes, I'm teaming. What you do it now? Хабиби. Better do it now, Habibi. Папа, спасибо. Да, пап, спасибо большое. Господи, лучше бы твои вещи не нашлись. Взаимно. Так, девочка, успокойтесь. Чему-то спасибо, что ты ее выгнал. Она ужасная. Тебя никто не спрашивал. Да тебя тоже. Все, девочки, по комнатам. Отлично сработано. Иди нафиг. Повелась за сканером мамонта. Ты просто нулевый чел. Тук-тук. Привет. Привет. Иди познакомься с девочками. Привет. Я твоя новая мачеха. Привет, очень приятно, Сара. Дина, очень приятно. О, какие крутые шмотки. Дашь поносить? Хорошо. Привет, я Дина. Лили. Какие крутые шмотки, дашь поносить? Ну, хорошо. А здесь что? Тебя не касается. Ну, ладно. А что в этих полках? Косметика. Блин, круто. А если не секрет, сколько в сейфе? Это секрет. Ладно, хорошо. Можно я переоденусь? Да, конечно, переодевайся. Спасибо. Давай я худи свою сниму, и ты повесишь свой костюм. Это было не обязательно, но ладно. Да не, нормально. У нас совсем нет жрачки. Да ничего страшного, вам пофиг. Ну и в
вот на этом я хочу закончить свою серию «Нелюбимая дочь». Продолжение на 1000 лайков. Пишите, вам понравилась Дина или нет. И всем до новых встреч. Всем бай-бай-бай-бай-бай.